Итак, ну вот мы приехали с Григорием в Глобус, в наш любимый в Калуге супермаркет. Пойдем сейчас смотреть, что здесь продается. Ну и общаться с населением, проводить у них интервью, интересоваться их жизнью. Вообще, как у них здесь в 2020 году, год прошел, да? Что хорошего произошло? Ничего хорошего и плохого тем более. Ну да. BMW. Ой, воспользуйтесь тележкой бесплатно. Вернул ее на место. Так что тележки здесь тоже есть. Вот так вот. Экшн камера лежит с крейма. Снимать. Вот ровер тоже на нее смотрел. Прикольная тачка. Если после десятки брать. А Мерс вот 2 ляма такой стоит. Да. Как у Тарасова. Ага. Камера экшн лежит с крейма. О, здесь я сажал. Это, блин, 150 рублей за салаз, которая сама за Chevrolet Cruze подъехала. Люди, он что-то покупает к Новому году. Мы сейчас тоже что-то купим. Так. Ну, не знаю, нам нужна тележка? Как вы думаете, взять нам или нет? Пошли посмотрим салаты. Так, а сейчас мы возьмем салатиков. О, все разобрали, почти размели. Слышь, почти все разобрали. Ну да. Ну давай что, оливье такое возьмем, да? По 130. Ну да, оливье. Держи. Салат. А было же куча салатов. Вот наше любимое кафе. Так что салатов нет, все разребли на Новый год, да? А я Максу еще брал вчера, слушай. Вот эти яйца, да. Филе свельди. Ты будешь Цезарь это или нафиг? Да тут там мясо. Давай возьмем каких-нибудь нарезки вот этой. Шпик с зеленью. 230 взять или что? А что это такое? В общем, сейчас мы выберем.